послеигровое утро. Кротасник. Тебе не показалось, что нам вчера гол с нарушением забили? Ну, я это видел. Да. Что сделаешь? Назад не вернешь. Ну вот 22 номер. Вчерашний серп уезжает в Спартак. Че? Ты сыграл... Да, я понял, что ты даже не заметил, кто это. Можно присмотреться к молодежке, к Спартаку 2 там. Да. Ну, как пример просто. Я не говорю, что... Ну ты вчера не топ-матч отыграл. Я вчера ужасный матч отыграл. Мы в тренировку под дождем. Рашид Маткович объясняет ребятам, как выполнить очередное упражнение на сообразительность. Давай, Лёх, давай. Николаевич, вот это самый настоящий спецназ. Командный спецназ, который готовы на все. На все, на вся. Мастера спорта. И скажем так, ничего не боятся уже в этой жизни. Вот Ваньку сейчас мы сейчас... Мастера спорта, Николаевич, здесь три. Это Артём Валентинович и я. Я, правда, мастер спорта Советского Союза, ну ладно. Ну, какая разница. Лёха заслуженный мастер спорта Козельска. Просто мастер Козельска без спорта, понимаешь? А, Лёха, играешь на Анжелу? Давай. А где? Ну, давайте, посчитайте. Я поставлю... Сань, что такое на Анжелу? Стой до конца мероприятия, увидишь. Хорошо. Иди, Вано. Сейчас я как сюда, отсюда и обратно. Ну или просто вот штрафная. Вот. Правила объяснят потом, когда проиграешь. Раз, два, три. Это... Иди. Давай, Иван. Ты голы забивай потом. Кто действительно забит, да? Так да. Ваня, давай. Ну все, Вань, здравствуй, Анжела называется. Нет, тут еще мне надо забить. Вот один, понятно. И вот так до 10. Если ты отобьешь один, встает следующий. У каждого свои пропущенные мячи. Вот такие правила. Ах, вот, Саня, видишь. Тебе Саня помог. Куда ты ложишься раньше времени? Валентинович, мы без подсказок играем так. Вот он замахивается, ты уже начинаешь ложиться. Элементарно, он просто кать другой. Ему даже сильно не надо бить. Ну и до конца жди по разбегу, какая нога, ты это должен понимать. Блин, для меня Саня это вот последний уровень, я им не забиваю. Куда ты сошел? Что ты? Что ты делаешь? Ваня, ты опасную игру сейчас играть начал. Куда ты, Лёха, опять? Вывод напрашивается, что уфимская вратарская школа сильнее питерской. Да, Валентинович? Вот именно. Называются пластилиновые ручки. Начать надо. Пойдем, мы сейчас тренажерку, Ванечка, тренажерочку пойдешь. Чего, куда? Браво! Мастер спорта. Вот чем отличается мастер спорта от немастера? Ничем. В нашей стране ничем. Вот чем. Вот чем. Вот этих пижонов ты прощаешь, вот этого пижона. Надо собраться. Хорош, Алексей. Расскажи, как удалось отбить этот пенальти. Понял. No comments. Да, Лёх. Николай. No comment. Да ёпти. А, Лёха, твоих два, мой один. Это сложно. Вот так бить, то не сложно. Восемь.
Молодец. Лех, такие никто не возьмет, Лех. Если только стоять там. Пластилиновые ручки. Что такое, Анжела? Что ты сейчас чувствуешь? Я чувствую, что не надо было паненкой выше ворот бить, и было бы все в порядке. Ну давай, пока еще идешь свои ощущения. Не хочу уже высказывать, руки отваливаются. Как отваливаются? Ну я сильный, я преодолею это. Больше не буду с ребятами играть на Анжелу. На что-нибудь другое в следующий раз сыграю. Не, давай, хочешь на кувырки? Ползти. Давай, ползти, да. Не, ползти, да. Вот так же тоже штрафной. Я смотрю, Леха тут на таком опыте. Ну, он в прошлый раз проиграл, кстати. Раз, два, три. Раз, два, три. Я выиграл. Давай, Лех. Ты еще только начал эту партию. Лех, ты реально проигрываешь еще даже в эту игру? Ну, конечно. Еще даже. Я же не бог в эту игру. А вот Леха пойдет сейчас, попытает счастье. Ну куда ты раньше времени падаешь? Сказал же тренер. Да. Ждешь по разбегу. Ваня, давай, убивай. Ой-ой-ой. Тут-то не пластилиновые ручки. Школа Козельского метростроя. Сань, как он тебя развел по уголкам, а, Сань? Это опять уровень, босс. Я не знаю, как его проходить. Да, Лёх. Да, никак, Лёх, этот уровень ты никак не пройдешь. Пластилиновые ручки! Пластилиновые да. Ручки! Есть, целиком. Заметьте, все угадал. Сколько, Ванька, два? Два, два. Чуть-чуть ручки не подключал. Просто ливень над стадионом. Перескоковская школа, узнаю. Ага. Ага. Смотри, смотри, он там. Ванька, твоих два, моих два, все просто. Чего-то у Алексея улыбка сошла с лица. А уже не до шуток, Николай. Парень, серьезно. Потащил. Ну что это, Вань? Блядь, это не детский Николай. Сад. Вань. Это тебе не детский сад, Вань. Тут можно и Леху обогнать. Они, я так понимаю, они тут уже разыграли карту, понимаешь, в чем дело? Ну они да. Да не забивают. Вот здесь он бьет. Кто ты, Ванька? Алексей, по-моему, это конец. Лёх, держись, Лёх. Это фиаско, братан. Я быстрее попал. Куда ты? Вот. Не-не-не-не. Лёх, давай нормально, что ты куда ты полез? Бомба! Валентина, сейчас зайди! Лёха, Лёха, воздух! Давай, давай! Лёха, воздух! Алексей, что ты сейчас чувствуешь, Алексей? Чувствую. Алексей, давай. Что ты чувствуешь, Алексей? Делаем тебе контент. Давай, давай. Ты еще не дошел. Куда? Вот еще 5 метров. Вон же еще. Алексей, что ты сейчас чувствуешь, Алексей? Ну я в окопе отлежался сейчас. Давай, Лёха. Хорош. Молодцы, ребята. Подняли настроение. А сейчас я думаю, что настроение поднимете еще большим людям, которые увидят эти прекрасные кадры.
Ну вот эти сейвы, это, конечно, перескоковская школа. Здесь уж визитная карточка. Да. Алексей, ты сейчас должен знать, что сказать. Ну, у нас Вано молодой вратарь. Я понимаю, если бы он проиграл два раза подряд, это мог стать для него... Психику сломал, да? Психику сломал бы, да. Шок. И ты решил просто помочь молодому товарищу. Ну, кстати, да, Вань. Николаевич-то правильно говорит. Я же видел, что ряд ударов ты мог просто легко взять. Ну, когда ты на задницу сел, помнишь, у тебя залетело? Вано. Да, Лех? Вот, помогает, во всем помогает. Я не знаю, в каком-то клубе еще есть такая взаимовыручка. Только у всех.